Мир искусства и культуры Якутии переживает тяжелую утрату. Сегодня руководство республики, общественность, близкие и родные прощаются с народной артисткой Якутии, заслуженной артисткой республики и России Марфой Колесовой. Гражданская панихида и прощание с Марфой Петровной состоялось в бриллиантовом цирке. Она представляет собой поколение основателей эстрадного искусства в регионе. Как пропагандист национального фольклора, исполнительница Таюка на протяжении всей жизни представляла республику на всероссийских и международных площадках. Марфа Колесова полностью отдавала себя профессиональной деятельности и творчеству. Воспитала несколько поколений цирковых артистов. Нет, наверное, такого человека в республике, кто бы не знал Марфу Петровну. Марфа Петровна, она любима была народом, и эта любовь, она была очень взаимной, искренней. Ее заслуги признаются на мировом уровне. И действительно, вот наш цирк является единственным действующим цирком на территории Дальневосточного федерального округа во многом благодаря вот ее усилиям. Совместно с Сергеем Васильевичем они смогли сделать невозможное, создать якутский цирк.